Охотники Свердловского поселка решили массово отправиться на охоту от частичной мобилизации. Телепоселка Лобов Свердловской области массово ушли на охоту, рассказали в поселковой администрации. Поселок находится в окружении тайги, поэтому у многих местных жителей есть документы на охоту. Для объявления частичной мобилизации, они массово ушли на охоту, не уточнив, когда вернуться. В тайге находится много зимовий охотников, в которых есть печи и припасы. Жить там можно довольно долго. К местные жители с детства приучены к выживанию в условиях дикой природы. Не житель Лабвы, воспитывающий несовершеннолетнюю дочь и ухаживающий за пожилой мамой, был призван на службу. Так ему удалось объяснить военкомату ситуацию и остав